Мусульмане отмечают сегодня один из главных религиозных праздников – Курбан-Байрам. По всему миру проходят праздничные службы. Утро для всех мусульман началось одинаково. Сразу после восхода солнца они совершают омовение и направляются на молитву. В Щелково верующие собрались на утренний намаз в соборной мечети имама Равиля. Этот день напоминает мусульманам о том, что вера всегда вознаграждается. Он называется еще и Днем Милосердия. По преданию, пророк Ибрахим по воле Аллаха хотел принести в жертву своего единственного сына, но в последний момент Аллах заменил жертву на ягненка. Как считается в мусульманской традиции, это символизирует запрет проливать человеческую кровь. Всех верующих поздравил имам Ринат Сайфутдинов. Дорогие единоверцы, дорогие соотечественники, я искренне сердечно приветствую вас традиционно приветствуем со словами «Ассаламу алейкум ва рахматуллаху баракатуху». Мир вам, милость Всевышнего и его благословение. Уважаемые братья и сестры, мусульмане Щелково, Щелковского района, как и мусульмане России, со всеми мусульман мира сегодня отмечают один из главных праздников Идалятха Курбан-Байрам. Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам – это праздник богобоязненности и милосердия, праздник молитвы и добра, и праздник преданности своему Всевышнему. От имени Совета общины и себе лично я сердечно поздравляю моих братьев и сестер с великим праздником Курбан-Байрам и молю Всевышнего даровать всем нам мира и радости, счастья и здоровья, успеха и благополучия, милости и благоденствия. Главным обрядом праздника считается жертвоприношение. Этот ритуал совершается в специально отведенных местах. Праздник продлится несколько дней. Марина Позднякова, Андрей Цеханович, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».